Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Гога221110, и сегодня мы будем играть в Roblox, SCP-9 и 6. Да, ребята, это тот самый SCP, вот, это скромник, да, ребят, смотрите, он, типа, орёт, ну, странно, если честно, орёт, сейчас он кому-то подлезет и будет убивать, да, ребята, он сейчас кого-нибудь из этих чувачков убьет, но я надеюсь, что не меня. Я в этот раз надеюсь, что не меня. В этот плейс я играл давно, еще в 2018. Так, а кого? Кого? Че? Туда идет? Куда? Куда? Вот он, вот он, вот он. Он убил какую-то девочку. Вы видели? Он убил какую-то девочку. Какой-то пацан к нему подошел. Так, скорость слишком большая, так что давай так вот. Будем ходить нормально. Блин, а так очень слишком медленно, так что вот так буду ходить. Окей. Так, этот скромник какой-то, так себе, сумасшедший. Это игра на хоррор по статистике. Это хоррор. Тут везде кровь. Блин, ну он тут немало людей, если честно, убивал. Так, не меня ли он убьет? Слушай, пацан, не меня, пожалуйста, не убил. Опять он какую-то девочку убил. Я надеюсь, что это не та девочка. Блин, он опять убил какую-то девочку. Опять он встает. Знаете ли, ребята, я лучше пойду. Так, ладно. Тут какой-то нубик гуляет. Какой-то... Блин. Орет сильно. Кстати, где он? А, он там. Ну, пацаны, хватит орать. Блин, и он прекратил фухнуть. Сейчас за кого, за кого-то побежит. Я лучше сюда пойду к девочке. Чё? А! Боже мой. Блин, опять он ту девочку убил. Это была та девочка. Опять он ту девочку убил. Чёрт. Это вообще как-то... Знаете ли... Хватит орать, пацан. Боже мой, а может к нему не надо подходить? Интересно, а надо... Это какой-то странный лабиринт, да, ребят? А у скромника это был тогда не лабиринт, а сейчас мы находимся в каком-то странном лабиринте, да, ребята? Это лабиринт скромника. Да. Надеюсь, что я все правильно понял. Так, скромник, вот. О, боже мой, он опять за кому-то пошел. Кресси, Кресси. Он убил мальчика. Слабо, что уже не девочку, да? Да. Окей. Опять он встает. Блин, как-то слишком страшно. Там, наверное, кто-то закрылся, я хочу. Так, пацан, давай, закрываемся здесь. Так, пацаны, закрываемся, закрываемся. Все. Давайте подальше, куда мы пойдем. Так, нубик полагал. Так, пацаны, пока он с нормально. Блин, он нубик так все залагал. Ну, все его сейчас выберет. Ну, хотя бы не меня, хотя бы не меня. Да, он что, гей, что ли? Окей. Блин, а тут... Боже мой, погнали отсюда. Давай, включаем фонарь. Все. Он кого-то убил. Кого-то убил. Опять? Алиса? Алиса? Черт, он опять Алису убил. Что за нафиг? Он одних и тех же выбирает. Ну и ладно. Пусть и пусть. Кстати, то, что зелененьким горит, это спалом, да? Да, по моему спаму, но лучше к нему не приближаться. Я думаю, надо слишком дальше от него отходить, тогда он тебя не будет убивать, да? Я так все понял. Да, гей? Окей, давайте здесь подождем. Вот на темном лабиринте. Я надеюсь, что он меня не будет убивать. А что это за стиль HCZ и дефолт? Так что. Кого я убил? Окажется, это работает, ребят. Реально как. Это работает. Окей, пошли к спауну. Так, он там. Даже не знаю, меня ли он просто убирает. А может его просто не надо дразнить? Потому что далеко там нужно прятаться, это нужно. Но он все равно будет кого-то выбирать, что далеко от него не спрячется. Боже мой, хватит орать, пацан. У тебя какой-то крик вообще странный.
Фу, вы что, ему запомнился? Тупые, что ли? Блин, что с этим серваком творится? А-а-а! Бегу, бегом, 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 бегом. Как он убил кого-то, он убил кого-то. Так. Опять он сейчас будет орать. Слушайте, а тут можно найти выход? Может, отсюда можно найти выход? Какой-нибудь ключ, что ли, найти? Дверь потайную. Давайте попробуем найти выход. Так. Да только ты не уберем. Я даже не знаю, как это делается. Так, 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 так. Вот этот ключ. Надо этот ключ. Так, так, так. Он за кого-то уже бежит. Блин, опять с этим пацаном встретился. Пацаны, ищите ключ. Или девочки. Ну что, вообще ключа нет. Не понимаю, где ключ? Так, ключ, ключ, ключ. Блин, ну сам не знаю, есть ли тут ключ какой-то. Опять я начинаю карать. Блин, тут похоже ключа нет. А что ж такое? Какая-то дверца, может через эти дверцы? Выхода из этого лабиринта даже нет. А, серьезно, выхода из лабиринта нет. Так, что спросить там? Опять? Это он! Это тот монстр. А! Черт! Он там кого-то убил. Кого это он убил вообще? Кого-то пацана, что ли? Ну, блин, страшно как-то. Так, я лучше пойду отсюда. Мне надо ключ искать. Я тут вообще ключа нет. Так. Map Optimization. Надо разобраться, что есть. Так, у меня тут ничего нет. А Map Optimization. Вау. Прикольно. А мне тут нравится это прикольное освещение. Очень круто. Я хочу на этом освещении играть. Без фонаря можно обойти. Не, лучше с фонарем. Тут, наверное, будет проще вот так вот искать ключ. Так, включая двери не будет. А вот он. Так, девочки. Блин, как повечка. Ладно. В принципе, я думаю, тут ключа нет. Нафига мы его ищем? Теперь надо монстр что-нибудь. Хотя не надо мне его искать. Мне надо куда-то спрятаться вместе с каким-нибудь пацаном. Так страшно будет. Боже мой, он за кому-то бежит. Он за кого-то бежит. Он кого-то уже убил, ребят. Кого-то уже убил. Кроме того, кого-то убил. Ладно. Давайте все-таки же найдем выход из этого лабиринта. Я думаю, что мы сможем. Девочка так не ищет ключ, она все упирается в эти земляные стены. И, кстати, не нравится. Так. Так, это какая-то комната потайная. Какая-то комната была потайная. Опять он кого-то убил. Хорошо, что он меня не убивает. Какая-то комната. Даже мне бежать. Блин, ребята, я заблудился. Что нам тут делать? Я заблудился. Откроем дверцу. Нет, я больше тут никого не могу найти. Эй! Они что, все вымерли? Я один остался. Черт, мне надо, значит, куда-то спрятаться. Куда-то спрятаться. Похоже, если где-то есть кровь, то это... знак. А девочка здесь еще и стоит. Она тут стоит и стоит, ничего не делает. Ладно, я нашел одну девицу. Окей. Шлите.
Так, ладно, с девочкой, думаю, надо держаться. Ну или просто отойти куда-нибудь. Так. Что-то мне кажется, где-то мы уже рядом со свободой. Боже мой, ребят, я уже через 10 минут, поэтому по лабиринту шарю и ничего не могу найти. Кто тут? Мы нашли этого монстра. Так, закрывайте дверь. Тихо, а что вы делаете? Боже мой, боже мой. Он убил какого-то пацана. Да. Он почти до меня достиг. Блин, ну я даже не знаю, оставаться ли с ним. Но давайте последим за чувачками. Давайте просто закрывайте дверь. Закрывайте дверь. Надеюсь, он меня не будет убивать. Нам надо просто куда-то спрятаться, чтобы он нас не убивал. Или же выхода нет. Черт, тут выхода нет. Несерьезно. Черт. Что произошло? Монстра нет? Фух, он ушел. Блин. Крови еще много. Что? Это он? Что, ребята, я не в курсе, зачем? Что вы рядом с ним стоите? Бегите, он вас убьет. Ребята, он вас убьет, бегите. Блин, они, наверное, суицид, что ли? Так, он никого... Он ни за кем не побежал. Так, какой-то пацан умер. Он сам... Что-то творится. Пацаны какие-то спавнятся. Я тут, если честно, ничего не понимаю. Ну и... Давай, убивай кого-нибудь. Так, у меня тут... Блин, кровь. Сколько много он убивает. О, боже мой! Опять убил кого-нибудь. Блин. А, наверное, эти пацаны дразнили его. Вот тот, кто рядом с ним находится, тот и погибает, похоже. Крези умер опять. У него солнце какое-то. Окей. А девочки что здесь стоят? Вы что, с ума сошли? Вы тут стоите, ничего не делаете. Я за вас сюда делаю. Так. Блин. Фух, это эмблема какая-то. Убил. Опять это Алису он убил. Он опять Алису убил. О, вы видели? Эта девочка, она на нем стоит. Боже мой, похоже, она погибнет. Опять. Ну, а Крези опять убил. Это какая-то цепочка временная. Черт, не звонят. Подождите, ребят. Не понял. Да, это так просто. Так, ладно, боже мой, он убил кого-то. Убил пацана. Вот вы видели. Окей. Так, девочки. Ну ладно, я на девочке не хочу. Да опять не звонит. Хватит. Блин, самый ненужный момент. А, опять этот гик ко мне пристал. Ну, блин, если он переоденется в свой нормальный скин, то я его приму на звонок. Вот этого мелкого. Чё лезешь ко мне? Фу, отстань. Блин, от меня как не отлезет. Придется мне и не только от скромника убегать, но и от этого. Опять кого-то убил. Джасмина? Ну я же говорил девочкам, не надо там стоять. Или то подохну. Да. Как-то тупо это все. Так, окей. Он психует, а нам надо найти выход. Выхода нет. Так, ладно, закроем дверь, что ли. Блин, кого-то убил. Феска.
Что-то, ребят, знаете, странно какая-то игра, так что давайте закончим на этом. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. И с вами был я, Гог 22.11.10. И всем адиос, амиго!